Она подготовится встретить год Греции в России и год России в Греции чередой культурных, исторических, спортивных и молодежных мероприятий. События последуют одно за другим. В нашем гостеприимном городе побывают греческие общины Краснодарского края, творческие коллективы, политические и общественные деятели Крыма, Севастополя, Греции и Кипра. Начало года обмена традициями между нашими странами будет положено 8 марта. В праздничный день в Анапе пройдет открытый легкоатлетический пробег по песчаному побережью Дюны Гаргипии. А затем вплоть до сентября фотовыставки, музыкальные фестивали, зрелищные театрализованные представления, праздник урожая и греческой национальной культуры. Полная программа мероприятий будет опубликована на официальном сайте администрации города-курорта, а также в газетах. Городские власти оказывают помощь в организации мероприятий. Анапская местная греческая община, предпринимательское сообщество Витязева берет на себя расходы на встречу гостей. Первый представительский визит наших зарубежных партнеров состоялся во время проведения выставки «Анапа. Самое яркое солнце России». Впечатления у гостей самые лучшие. Надо и впредь держать марку. Сегодня в администрации прошел очередной оргкомитет по подготовке к открытию года Греции в России и России в Греции. На той встрече, когда проходила здесь в муниципальном образовании, при встрече нашего главы Сергея Павловича, и когда был генеральный консул Греции по городу Новороссийск Франкискос Костолянис, то мы все поняли, что год серьезный, год ответственный. Поэтому в конце года будет подведение, а год настолько насыщенный мероприятиями, что, честно скажу, это вызвало удивление даже у наших соседей, у наших коллег. Мы такое же мероприятие провели недавно в Геленджике, у них тоже большой обширный план, но то, что наметили на территории Анапы, это, конечно, объемно. А вот сам генеральный консул Кипра, он был у нас в гостях, и ярмарка впервые, она уже международная. И его мнение, что он не ожидал такого, он думал просто ездить на какое-то мероприятие, но высказался, что ему это очень все понравилось, и ярмарка действительно произвела на него впечатление. И у него уже есть мысли о дальнейшем сотрудничестве бизнеса туристического нашей Анапы и вообще побережья и Кипра. Это уже здорово.